Да чё ж так голова-то болит? Ай, не буду сильно. Ребята, всем привет! Меня зовут Роман, и вы на канале Сварщик в городе. Вот и наступил 2019 год. Надеюсь, все вы встретили его весело, задорно, а может быть кто-то еще и пьяно. Но праздники праздниками. Впереди у нас еще, конечно, целая неделя. Но давайте проведем ее с пользой и научимся еще чему-то новому. Хотя не все могут похвастаться столь длинными выходными. Но все же, давайте начинать. В прошлом видео я показывал, как сваривать вертикальный угловой шов на примере уголка толщиной стенки 4 мм при помощи электродов UONI-1355. В этом же видео я хочу показать, как сделать тот же самый шов, но уже на более тонкой стенке, а именно 1,5 мм. Для этого сделал две таких заготовки из профильной трубы 50 на 50, толщиной стенки 1,5 мм. Сейчас я состыкую вот таким образом их, и мы продолжим. В одном из своих видео я уже рассказывал, как сваривать данное соединение, но сегодня я более подробно остановлюсь именно на сварке вертикальных угловых швов. И подробнее я остановлюсь на том, как сварить этот стык. Во-первых, это когда правильно подобран ток, а также когда его мало, недостаточно, или наоборот, когда же его много. Давайте разбираться. Соединил наши детали на 4 прихватки по углам, и так как толщина данного профиля всего 1,5 мм, зазор я не выставлял. Во время сварки электрод держим точно посередине между двух деталей и немножко его наклоняем к низу, чтобы его кончик смотрел наверх. Вот таким образом. Сварку буду производить прихватками. Никаких других движений делать не буду, поскольку толщина металла 1,5 мм и этого будет вполне достаточно. И уже, наверное, по славной традиции сварить я буду электродами Ано 21 3 мм на обратной полярности. Это держатель на плюс, масса на минус. Конечно, этот стык можно заварить и электродами UONI-1355, но большого смысла я в этом не вижу, поскольку большинство из вас использует сварку чисто для себя, для дома, может быть где-то на даче, либо в гараже, и с отсутствием большого опыта вам рутиловыми электродами будет заварить намного проще. Но если все-таки будет много желающих, которые хотят увидеть, как заварить этот стык электродами с основным покрытием, то, конечно же, я вам в этом покажу. Пишите об этом в комментариях. Если у нас ток правильно настроен, то никаких дополнительных действий, в принципе, не надо. Свариваем просто с отрывом. Сделали прихваточку, отвели в сторону. Сделали, отвели в сторону. Вот таким образом. Но не забывайте, ребята, о кружочках. Кто давно смотрит мои видео, знает об этом. А если вы недавно на моем канале, то ссылочку для вас я оставлю внизу в описании под видео. Приступаем к сварке. Ну и начну я с 80 ампер. Итак, ребята, шлак остыл, отбиваем. Вот такой шов у меня получился. Теперь рассмотрим ситуацию, когда ток немного маловат, а именно 60 ампер. Зажигаем дугу и даем нашему металлу прогреться. В данном случае нам нужно хорошо прогреть металл. Иначе у нас будет все зашлаковано. Вот металл у нас прогрелся, и в принципе уже все, бак начинает сползать вниз. И сварка не доставляет никакого труда. Вся проблема только в самом начале шва. Когда нам нужно прогреть металл. А дальше идет уже намного легче.
Вот и все. Если у вас и на этом токе все прожигает, то немножко его убавьте. А если у вас электрод липнет и не хочет работать, то наоборот прибавьте. Но если у вас после этого начинает все гореть, то попробуйте перейти на электроды с меньшим диаметром и потренироваться на них. Ну и смотрим, что получается. Шлак уже отходит хуже. Шовчик заварен, но немножко он неказистый. Ну и в третьем случае буду сваривать на трех палках. Теперь же нам наоборот металл нельзя перегреть, поэтому сильно не задерживаемся и сразу отводим дугу. Можно немножко дать подостыть металлу. Если чувствуем, что он уже перегревается, то даем металлу немножко остыть. И так и продолжаем сварку. Главное в каждой ситуации грамотно подойти к самому процессу. Торопиться не надо, спокойно. Вот уже подходим до конца. И не забываем, что завершаем шов, делая прихватки в одном и том же месте несколько раз. Отбиваю шлак и смотрим. Вот что у нас в конечном итоге получилось. Как видно, данный стык можно заварить как на малом, так и на высоком токе. Главное понимать, что именно делать в данном конкретном случае. Ну а посмотрев это видео, вы уже будете об этом знать. И теперь все эти знания осталось только применить на практике. И как я уже говорил неоднократно, тренируйтесь, тренируйтесь и еще раз тренируйтесь. И у вас все получится. Тем более у вас еще целая неделя впереди. А на этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, это видео было полезным и понятным. Спасибо, что досмотрели его до конца. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Пишите ваше мнение в комментариях. Заходите на мою страницу ВКонтакте. В общем, всем спасибо. Всем пока. Подожди, где-то у меня заначка была. Выпил.